Ого, это ты хакер получается. У меня нужна бабочка есть. Скажи привет, Ютуб, я... А это секретная информация. Пошли один на один на нож. На тебе! Пацаны, очень важные новости. Все, кто ждут обновления 0.11.0, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Это очень важно, проверим, сколько нас. Алло, привет, малой. Привет, сосунок. Пошли один на один на нож, у меня нож-бабочка есть. У тебя реально есть нож-бабочка? То есть ты не врал мне, когда писал ВК, да? Да, смотри, я тебе сейчас скину, короче. Ну давай, я жду. Давай, скидывай ВК. У меня еще есть все ножи в игре, я взломал игру. Ого, то ты хакер получается. Да. Так, давай. Так, все, скинул, вижу. Нифига себе. Ну ты прям реально хакер. Я смотрю, ты еще и перчатки взломал, да? Да. Ничего себе. Ну давай подуэлимся, так сказать, на ножи, да? Давай подуэлимся. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CD Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Так, ну чё, где твой нож бабочка? Нож бабушку показывай. Нельзя мне его показывать, меня сразу забанят. Покажи свой Керамбит Голд. Кто тебя забанит? Ну вот, у меня есть Керамбит Голд. Где нож бабочка? В инвентаре. Точно? Да. Пообещай. Да, пообещаю. Ну ладно, играем только. Давай так, ну до 5. Нормалды будет. До 5 сыграем. Кто кого? Давай до 5. Кто кого? И получается, победитель получает нож проигравшего. Окей? Давай так. Давай. Слушай, откуда у тебя вообще нож бабочка? Ну, как ты взломал игру? Я вообще не понимаю, как это возможно. А это секретная информация. Я понял. Ну, я понял. Ну, скоро у тебя не будет твоего ножа бабочки. Ё-моё. Ядрить, колотить, фига себе ты сна... Ух ты, блин. Ой, ты умер. Как ты меня убил? В смысле как? 2 раза выстрелил с дигла и убил. Я же тебе в хедшот попал. Какой в хедшот попал? Во-первых, сделал хедшот, а не попал в хедшот. А во-вторых, ни хрена ты не попал. Ясно? Я должен был тебе отнять 90 хп минимум. Я понял. Ну ты же хакер, я не знаю. Может, что-то не так сработало. Так, ну что, играем дальше. Рассказывай немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Зовут меня Диман, 8 лет. 8 лет? 8 лет тюрьмы или чё? Ой, 2-0, да ну! Вот это сказка. Ну чё-то вообще как-то сильно изи. Типа... Да это я просто подаюсь, я тебе сейчас... Типа вот в Майнкрафт надо играть, а не в стендов. Слушай, Диман, ты, получается, взломал стендов. Расскажи, что еще добавят? Мне очень интересно. Стендов добавят за месть ножа ёжика. Ёжика? Ты будешь всех колоть. Слышишь, Диман, ты точно наркоту не употребляешь? На тебе! Ну я перезаряжался, так было нечестно. Все честно. Ну ладно, играем дальше. Окей, играем дальше. Сейчас посмотрим, как играет Илья, то есть я, против хакера по имени Диман. Диман, ну как давно ты хакер? Да вот уже год взламываю игры, получаю самые дорогие скины. Блин, ну вот это круто быть, наверное, тобой. Ты, наверное, хакер капец какой, да? Нож бабочку взломал. Что еще ты взломал в стендофе? Сколько у тебя голды, например? У меня 80 тысяч голды. 80 тысяч голды? Фига себе, ты крутой. Но я вижу, ты играешь довольно-таки неплохо. Дым так кинул, что я прям вообще ничего не вижу. Ё-моё! На тебе! Йо-хо-хо-хо-хо, 2-2. Чувствую, нож уже будет моим. Не-не-не, нож будет моим, даже не надейся. Поэтому готов нож бабушку. Ну, я его так называю. Так, ну что, готов нож бабушку? Потому что сейчас я приду и буду делать хедшотики. Ты готов? Это ты готов нож Керамбит Голд. Блин, ты что такой смешной, честно? Охренеть, не встать! Вот это ты хакер! Но это было по-читерски, честно говоря. Фига себе. Читы у меня. Читы? А, ты еще и читер? Ё-моё. Ух уж эти 8-летние хакеры.
Так, ну чё, играем дальше. Как говорится, победит сильнейший. Играем до 5, счет 3-2, и надо... Чувствую, победа будет моей. Надо тебя мочить. Не-не-не, никакой победы не будет, даже не рассчитывал. Губу раскатал. Вот тебе не победа! Я в шоке, слышу, ты какой-то вообще бессмертный. Ты рофлишь? Да ты рофлишь! Да ты рофлишь! Давай на ножах, на ножах! Кат! 3-3. Фух, я уже испугался. По-серьезски, я уже думал, будет ГГВП. 3-3, нормалды, играем дальше. Ты готов? Да, готов. Готов а проигрывать? Готов просрать свой нож? Просрать свой нож? Не, не готов. Только давай по чесноку. Вот у тебя 100% есть нож бабочка. Вот прям 100%, да? 100% я тебе не вру, серьезно. Блин, ну это круто, круто, круто. А как ты стал хакером? Я, да там, посмотрел видео одно на ютубе. И стал хакером. Как? 4-3. Кажись, победа приближается. Сейчас я откомбэчу и все, заберу твой керамбит голд. Ой, да что ты там откомбэчишь? Ну, не смеши мои подковы, дружище. Что ты там откомбэчишь? Мне осталось сделать буквально последний тебе хедшотик, и все, ГГВП, спасибо за игру, и гони мне нож бабочку. Слышь, ты чё? Мы играли только через... А! Ты еще и махлюешь. Офигеть, я в шоке. Что на это скажешь, не стыдно? Так, ну короче, все, не суть, ты мне проиграл нож бабочку. Выходим, и погнали, сейчас будешь отдавать. Давай. Ну что, я жду мой нож бабочку. Скажи привет, Ютуб, я тебя обманул. Хочешь прикол? Теперь ты скажи привет, Ютуб, потому что я все это снимал. А, ты ливнул? Ё-моё, он ливнул с Дискорда. Я просто ору, он взял и ливнул с Дискорда. Блин, какой же наивный школьник. Я ору. Короче, ребятки, поставьте огромный лайк за это прикольное, крутое видео. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был Кента, пока, всем удачи и всем пока. Пока-пока.